Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Санкт-Петербург-Балтийский вокзал. Скоростной электропоезд «Ласточка» сообщение «Лебяжье» Санкт-Петербург прибыл на второй путь, левая сторона. Будьте внимательны и осторожны. Уважаемые встречающие, скоростной электропоезд. Полки складываются, позволяя комфортно сидеть на них. Продолжение следует...
бы предмет не сравнить вообще. Вот Ивановский. Все тоже, все разъемчики уже давно это самое. Угу. Когда-то, может, Хартинговские были еще, что сейчас уже. А кого сейчас установить? Не, я стану, вот этого никуда не уйдет. Это вот этого, да? Да их вот три штуки. Ну вот и вот это. Приходят тут. А, да, оно сенсор не надо. Нормально. Thank you.
почти только не трогай. Thank you.
конкретно интересует. Хорошо. Вот красиво. Куда-нибудь там на фото. А, это бывает, да. Каждый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это наша столовая. Там рабочая зона дальше. Угу. Компьютеры. Что интересно, можно...
Основные рабочие нормы находятся на
Олег Валерьевич. Серийный выпуск идет уже. Идет, уже 14 мы задали 14, составов. Это 16. Вот это 16. 15 сдается сейчас. Удобно. Единственное, не знаю, вот мне почему-то кажется, что питерского метрополитена не хватает тоже, как в Москве.
Уважаемые гости, приветствую вас на железнодорожной динамической экспозиции исторического подвижного состава в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 «Продвижение Экспо». История локомотивостроения в России от 19 до 20 века предстанет перед нами во всей красе. Локомотив – символ железнодорожного транспорта. Именно появление паровоза в начале 19 века послужило толчком к бурному развитию железных дорог. Стальная сеть соединила города и страны по всему миру, сплотила народы, изменила уклад жизни и ход самой истории человечества, изменила понятие о времени и пространстве. Итак, приготовьте свою съемочную технику. До незабываемого парада заслуженных локомотивов осталось... несколько секунд. Дорогие друзья, наш салон единственный в мире, на котором происходит демонстрация железнодорожной техники не только стационарно, но и на ходу. В прошлом году исполнилось 185 лет железным дорогам России. Сохранению раритетов этой давней истории компания «Российские железные дороги» удивляет особое внимание. Ярким свидетельством этому служит уникальная экспозиция нашего музея, который впервые принимает в своих стенах железнодорожный салон. В этом году исполняется 20 лет компании ОАО «РЖД». И все эти годы мы не просто сохраняем уникальные исторические машины, но и восстанавливаем их до рабочего состояния. И сегодня у нас премьера. Мы присутствуем на первом показе возрожденного старинного паровоза серии «Мягкий знак». Да-да, была и такая. Перед нами действующий локомотив 19 века. Поприветствуем ветерана аплодисментами. Танк паровоз серии «Мягкий знак», или, как говорили в старину, «Ель» номер 2021, был построен на Коломенском заводе в 1897 году. Заметьте, у этого паровоза нет тендера. Вода в нем размещается в специальных баках-танках вдоль котла. Поэтому локомотивы такого типа стали называть танк-паровозами. Бурно развивавшийся русский капитализм конца 19 века требовал больших погрузок на заводах и фабриках, а значит, активной маневровой работы. Поэтому для подачи вагонов нужны были маленькие паровозы, способные проезжать по витиеватым заводским путям. Танк-паровозы позволяли обходиться без разворотных устройств и обеспечивали машинисту хороший обзор вперед и назад, да и стоили недорого. Это и определило их долгую службу.
Благодаря передовой по тем временам конструкции, паровозы «Мягкий знак» проработали на путях и поворотных кругах в депо вплоть до 1970-х годов. Мощность «Мягкого знака» около 200 лошадиных сил. Паровоз номер 2021 до революции работал на ветре Бештау-Железноводск, затем служил в нескольких депо Северо-Кавказской железной дороги. Долгое время стоял на постаменте в депо «Краснодар», а затем получил вторую жизнь на петербургском участке общества ЖД «Ретро-сервис» под руководством известного мастера Алексея Грука. Наверное, многие из вас видели на канале «Культура» документальный фильм «Паровозных дел мастер» о восстановлении паровоза номер 2021 и о его втором родителе. Перед вами сейчас живой результат филигранной работы. Восстановленные по первоначальным технологиям заклепочные швы, плоские золотники, медная арматура, масленки Рамсботтона и многие другие воскресшие инженерные премудрости 19 века. Облик паровоза совершенно не отличается от паровозов ель царской поры, катавших разноцветные товарные вагоны под дымившими трубами фабрик. А въезжает паровоз в 21 век, как видите, на дровах, как ездили его далекие прародители. Давайте еще раз поприветствуем эту воистину историческую машину. Паровозом управляет машинист Михаил Александрович Стукалов. Еще один уникальный раритет – легендарная «Овечка» 1905 года постройки. «Овечка» – это ласковое прозвище произошло от звучания серии ОВ, что означает «основной тип с парораспределением системы инженера Вальскарта». В то время фамилии конструкторов были неотделимы от их творений. Эскизный проект паровоза, которым управляли герои произведений Андрея Платонова и Виктора Астафьева, был разработан в 1891 году. Рабочие чертежи выполнили конструкторы Коломенского завода. Это был обычный заказ Владикавказской железной дороги, и никто не мог тогда подумать, что овечки окажутся такими долгожителями. В самых разных вариантах они строились до 1928 года. А слово «основной» в названии серии означает, что до революции это был главный локомотив стратегического резерва страны, благодаря выносливости и простоте в ремонте. Вот уж действительно машина-судьба, машина-символ. «Овечка» была главным локомотивом железнодорожной России от Балтики до Тихого океана. 9 с лишним тысяч машин построено 8 русскими и 4 европейскими заводами. Шла она, попыхивая дымком, словно привычная лошадка сквозь эпохи революции 1905 года, Первой мировой и Гражданской войн. Под какими только флагами и песнями не катилась она в свой век. В Великую Отечественную паровозы ОВ служили в бронепоездах. Их удобно было одевать в броню при столь малом росте. Овечка ходила на дровах, сланцы, угле, нефти, мазуте, а если надо, тогда же на промасленной шерстяной пряже. А в гражданскую – на сухой вобле, когда не было иного топлива. Скорость 55 км в час при мощности 600 лошадиных сил – это было совсем немало для своего времени. А проработали эти неутомимые вездесущие труженики с товарными поездами и на маневрах более полувека. Какой редкостный раритет! Перед нами сейчас в работе паровая машина системы Compound, ничем не изменившаяся с 5-го года. Единственная сохранившаяся в работе до сих пор. Но паровоз номер 324 не просто звезда истории техники, но и кинозвезда. Он герой многих художественных кинофильмов, поэтому вполне можно присвоить ему звание не только заслуженного локомотива, но и заслуженного артиста России. В
Паровозом управляет машинист Павел Анатольевич Некрасов. Образцы, которые гораздо больше означают для Отечества, чем просто средство перевозок. Локомотивы – герои, подобные своей непобедимой неброскостью русскому солдату, пахарю или рабочему. Перед нами одна из таких машин – ЭУ-683-32, знаменитая ЭУшка, легендарный Эховский. Проект паровозов серии «Э» разработан в 1912 году выдающимся конструктором Вацлавом Лопушинским и инженером Михаилом Правосудовичем на Владикавказской железной дороге. Вначале многие в Министерстве путей сообщения противодействовали такой схеме паровоза, однако его создатели превозмогли оппонентов и оказались великими прозорливцами. Они создали самый распространенный локомотив в мире. Паровозы серии «Э» попали в книгу рекордов Гиннесса по числу построенных машин всех модификаций. Их более 11 тысяч. Не было в истории нашего транспорта более востребованного и применимого локомотива. У паровозов семейства «Э» замечательные характеристики. Простота в ремонте, способность выносить огромные перегрузки и при этом отапливаться, если надо, сырыми дровами. На «Эковских» могли работать и женщины. Например, знаменитая Елена Мироновна Чухнюк, герой социалистического труда, воевала и трудилась именно на такой машине. Мощность паровозов «Э» достигала в разных исполнениях от 1200 до 1400 лошадиных сил при скорости 65 км в час. Все это очень пригодилось в годы Великой Отечественной войны, на которой этот паровоз был главным и совершенно незаменимым локомотивом. «Эковские» составляли основу парка колонн особого резерва паровозов, передвижных соединений, обеспечивших победу. По мемориальному значению, паровоз «Э» равен таким раритетам, как танк Т-34, самолет Ил-2 или «Катюша». Много перевез он на фронт под переливы гармонии, нередко раненый, весь в заплатках, но до последнего исполняющий свой долг, словно героический солдат. И на машине, которую мы сейчас видим, тоже имеются пробоины от осколков. Первые пятилетки с почином Петра Кривоноса и послевоенный труд на сети, вождение товарных поездов, работа на маневрах и даже таскание местных пассажирских и пригородных поездов на некоторых линиях. Грандиозная галерея труда. И эпоху паровой тяги в России завершили тоже «Эховские». В 1986 году в Карелии последний раз прозвучал гудок паровоза, ведущего поезд. И это был локомотив серии «ЭР». 75 лет безупречной службы на рельсах. Поприветствуем выдающуюся, заслуженную машину из тех, что обеспечили наше будущее. Паровозом управляет машинист Андрей Юрьевич Неминущий.
поется в замечательной дорожной песне Дунаевского. Наши дедушки и бабушки в путях дорогах своей судьбы стояли у окошка поездов, любуясь в окошко вагонное пейзажами под стук колес, и глядели на тот самый дымок паровоза впереди состава. И чаще всего этим паровозом был СУ, знаменитый Сормовский усиленный, самый массовый пассажирский локомотив России, который сейчас приближается к нам. Поприветствуем его! Проект этой замечательной машины был разработан в 1924 году под руководством конструктора Коломенского завода Константина Сушкина на основе знаменитого русского паровоза серии S – Сормовский. СУ – это важная страница социальной истории России. Нужно было развивать пассажирское сообщение на путях наступившей мирной жизни после лихолетий гражданской войны и революции. Паровозы СУ могли работать на любом топливе и при этом поражали выносливостью, могли тянуть состав до 18 пассажирских вагонов. Первоначально скорость была им установлена в 115 км в час, но в 1936 году в результате проведенных модернизаций достигла 130 км в час. Мощность паровоза около 1400 лошадиных сил. К тому же в период своего создания СУ причислялся к самым экономичным локомотивам в мире. Выпускался Сормовский усиленный до 1951 года в четырех модификациях, а проработали они со всеми видами пассажирских поездов от пригородных до Красной Стрелы до середины 1970-х годов. Сегодня перед нами машина третьего, довоенного выпуска, 1938 года постройки, приведенная в рабочее состояние в паровозном депо «Подмосковное». Паровозом управляет машинист Василий Васильевич Рясков. Грандиозный локомотив, внедрение которого когда-то преобразило весь наш железнодорожный транспорт. Встречаем знаменитого «Феликса», паровоз серии FD, «Феликс Дзержинский». Для грандиозных грузовых перевозок будущей индустриализации потребовалось создание принципиально нового товарного локомотива, гораздо более мощного. Таким паровозом стал FD. Он спроектирован группой конструкторов Центрального проектного бюро в Коломне в 1931 году всего за 100 дней под бдительным наблюдением транспортного отдела ОГПУ, которому обязан своим появлением и названием. FD, развивающий мощность более 3000 лошадиных сил, был в ту пору самым мощным паровозом в Европе. Трудно себе представить более этапный во всех отношениях локомотив во всей истории тяги. Впервые на нем было применено многое. Например, стокер – устройство механической подачи угля в огромную топку площадью 7 квадратных метров. Твердая смазка, наконец, пятитоновый свисток, звук которого был слышен за десяток километров и стал знаменитым символом именно советских паровозов, буквально историческим аккордом наших железных дорог, который сегодня слышим и мы. МД в короткий срок изменили на транспорте буквально все. Тягу, путь, здание и сооружение, сигнализацию. Они потребовали усиления пути, удлинения поворотных кругов, строительства угольных эстакад, внедрения автоблокировки, автосцепки и множество других нововведений. Освоение такой техники потребовало серьезного терпения и преодоления многих трудностей, однако вождение новых громадных паровозов было освоено. Богатыри ФД могли таскать сверхтяжелые составы весом более 10 тысяч тонн. Это громадная и на сегодняшний день величина, развивая скорость 85 км в час.
Товарные поезда ФД помчались столь быстро, что хвостовые кондукторы порой привязывались к лавке вагона, словно ремнями в самолете, чтобы не вылететь из закачки. В годы войны могучие ФД взяли на себя основные тяготы грузовых перевозок уральского и сибирского тыла. И вот эта машина перед нами предстает на ходу. Поприветствуем ее трудовую славу! Паровозом управляет машинист Виктор Юрьевич Люлюк. Серго Орджоникидзе. Он является ярким примером становления собственной советской школы проектирования паровозов. Созданный в 1934 году на Харьковском заводе под руководством молодого конструктора Павла Шаройко и других его коллег, этот паровоз получился более мощным и быстроходным, чем распространенные тогда паровозы серии «Э». При этом для ИСО не нужно было усиливать пути и удлинять поворотные круги, чего непременно требовали тяжелые феликсы. Применение бегунковой тележки, малого колеса впереди паровоза, которого не было у эховских, позволило достигать скорости 75 км в час. Благодаря мощному котлу и небольшим колесам, «Серго», как прозвали их машинисты, показали большую выносливость и высокую силу тяги, которые очень пригодились в годы войны и в период восстановления после ее окончания. Нередки были случаи, когда впереди «Серго», тяжело идущего на крутой подъем, бежали помощник с кочегаром и подсыпали на рельсы песок для лучшего сцепления. И паровоз со скоростью пешехода, но все равно тянул и вытягивал поезд. Мощность паровоза составляет около 1800 лошадиных сил. Часть паровозов ЭСО оборудовалась особыми тендерами-конденсаторами, позволявшими проходить большие расстояния без набора воды в пути. «Серго» в разных вариантах выпускались до 1951 года. Доброго пути труженику локомотиву! Паровозом управляет машинист Василий Андреевич Игольницын. Эта пословица как нельзя более уместна. Танк-паровоз серии 9П, то есть 9-й тип промышленный, был сконструирован на Коломенском заводе и выпускался с 1936 года. Эта машина, предназначенная для маневровой работы на путях заводов и фабрик, была в полтора раза мощнее, чем мягкий знак. Паровоз является настоящим символом развития индустрии СССР в годы энтузиазма первых пятилеток, Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Маленький с виду паровоз был исключительно вынослив и неприхотлив. Вывозил длинные составы вагонов из горячих цехов на металлургических комбинатах, работал чуть ли не на всех крупных предприятиях, имевших железнодорожные пути. Недаром «девятки», как их прозвали железнодорожники, строились до 1957 года. Долгое время паровозы 9П работали в локомотивных депо на маневрах, хорошо умещаясь на коротких путях. За малые размеры машиниста ласково называли их «тузиками» и «бобиками».
Паровозом управляет машинист Валерий Анатольевич Лесняк. Отечественных локомотивов. Ближе к окончанию Великой Отечественной войны перед советскими конструкторами была поставлена задача создания паровоза, близкого по мощности богатырю ФД, но с существенно меньшим весом. Это было вынужденное требование из-за плохого послевоенного состояния путей. В 1945 года конструкторами Коломенского завода под руководством выдающегося создателя советских паровозов Льва Лебедянского был разработан проект нового мощного грузового локомотива. Вначале он получил серию П «Победа», но в 1947 году постановлением правительства был обозначен серией Л по первой букве фамилии главного конструктора. А у тружеников транспорта паровоз получил прозвище «Лебедянка», что лучше всех хвалебных слов говорит об уважении к этой машине и ее создателю. Нет другого отечественного локомотива, который имел бы такую удивительную применимость. От тяжеловесных грузовых маршрутов до дальних экспрессов, от маневров на станциях до пассажирских и пригородных поездов. Лебедянки – символы мирного послевоенного труда. Разукрашенные накладными знаменами и броскими девизами новаторских починов, надежно бежали впереди поездов вплоть до начала 80-х годов прошлого века, развивая мощность около 2000 лошадиных сил при максимальной скорости 80 км в час. Яркий образ машиниста Лебедянки создан великим актером Николаем Крючковым в фильме «Большие перегоны», где запечатлен замечательный бег этих машин. Сегодня эти популярные паровозы хранятся в запасе и успешно работают с ретро-поездами, в том числе и со знаменитым Рускеальским экспрессом. Слава труженику паровозу! Паровозом управляет машинист Андрей Леонидович Зыков. Серии ЛВ, образец последнего магистрального паровоза постройки СССР. Созданный в 1952 году группой конструкторов Ворошиловградского завода как глубокая модификация паровоза серии Л, этот паровоз воплощает в себе инженерный итог векового развития отечественных грузовых локомотивов. Паровоз вобрал в свою конструкцию все лучшее, применявшееся в то время в мировом паровозостроении. Водоподогреватель, воздушный привод колосников, вместительный тендер емкостью более 23 тонн угля и 45 тонн воды. Высокоэкономичный, мощный, неистощимый котел. Поддерживающая тележка с роликовыми буксами, позволяющая разместить тяжелую объемную топку и другие паровозные достижения, важность которых понятна посвященным. Эта прекрасная машина оставила о себе добрую память как самая экономичная из всех паровозов. Мощность свыше 2500 лошадиных сил, скорость 80 км в час.
Она была удобна в обслуживании, значительно облегчала труд бригаде, способна водить как тяжеловесы, так и пассажирские составы. Жаль только, что мало проработали ЛВ. Наступавший прогресс оказался неумолим. Век этих машин-красавцев был недолог, до конца 60-х годов прошлого столетия. Но на всех магистралях, где они потрудились, Свердловской, Северной, Южноуральской, Целинной, вспоминают о них с неизменным теплом. Поприветствуем ЛВ и мы! Паровозом управляет машинист Сергей Сергеевич Пиндюков. Сегодня перед нами в образе живых горячих локомотивов Национальной коллекции России мы приветствуем знаменитую победу. Пассажирский паровоз серии П-36. Самый популярный в мире советский паровоз. Проект его был создан в 1949 году под руководством конструкторов Коломенского завода Льва Лебедянского и Геннадия Жилина. Строились П-36 с 1954 по 1956 год. В среде железнодорожников П-36, то есть 36-й проект Коломенского завода, получил прозвище «Победа» и «Генерал» из-за торжественного стиля окраски. Великолепный обтекаемый облик машины, ее неповторимая эстетика созвучны совершенству ее конструкции. В истории отечественного локомотивостроения еще не было столь экономичного и прогрессивного, удобного для бригады паровоза. П-36 в среде посвященных знаменит в первую очередь тем, что в конструкции его ходовой части широко применены роликовые и игольчатые подшипники, важнейшее новаторское решение того времени. Имеющий конструкционную скорость 125 км в час и мощность 3000 лошадиных сил, этот прекрасный локомотив по праву считается лучшим отечественным паровозом. Победы 20 лет успешно водили пассажирские поезда на многих железных дорогах страны, стали этапными локомотивами в развитии скоростного движения на магистрали Ленинград-Москва в конце 1950-х годов. Многие машины, как и номер 0027, который мы сейчас видим, окрашивались в синий цвет под цвет экспресса «Красная стрела», который до 1961 года, несмотря на название, был синим. Запас угля позволял следовать без дозаправки свыше 900 километров, а воды свыше 250. Последним годом работы паровоза в серии П-36 был 1974, когда в Забайкалье и на Дальнем Востоке они еще водили по тяжелым перевалам в суровом климате экспресс «Россию» Москва-Владивосток. Привозили и первых строителей БАМа. Победы пользовались большой любовью и уважением паровозников, гордившихся тем, что трудятся на таких прекрасных машинах. Многие, уходя с них, плакали, не стесняясь, словно прощаясь с верным другом. Сейчас паровозы П-36 обрели новое дыхание. Знаменитый на всю поезд Деда Мороза проехал именно с такой машиной более 33 тысяч километров в прошлом году, посетив более 100 городов. Доброго пути тебе, Победа, в 21 веке! Паровозом управляет машинист Валерий Анатольевич Федоров. Thank you.
Всеобщая электрификация СССР позволила начать массовое внедрение электровозов. В 1953 году конструкторами Новочеркасского электровозостроительного завода был создан мощный двухсекционный восьмиосный грузовой электровоз постоянного тока Н8. Долгое время эта машина оставалась самым мощным электровозом в стране. В 1963 году, после известных событий на заводе, электровоз был переименован в ВЛ, Владимир Ленин 8. Эта могучая, надежная машина, имевшая скорость до 90 км в час, работала как с грузовыми, так и с пассажирскими поездами, в том числе на курортном участке Туапсе-Адлер. Ее изображали на почтовых марках и открытках, в учебниках для детей. ВЛ-8 работали на самых напряженных участках железных дорог России на постоянном токе вплоть до середины 1990-х годов. Перед нами последний действующий экземпляр этой машины, которая наверняка в памяти у многих гостей нашего парада, сохраненный при участии Всероссийского общества любителей железных дорог, главка локомотивного хозяйства МПС и в ней ЖТ в середине 1990-х годов. Электровозом управляет машинист Владимир Евгеньевич Боханов. В 1962 году на железные дороги Советского Союза начали поступать пассажирские электровозы ЧС-2, разработанные и изготовленные в Чехословакии заводом «Шкода» в рамках работы Совета экономической взаимопомощи социалистических стран. Наряду с электровозами ЧС-1 и ЧС-3 эта машина стала одним из первых специализированных пассажирских электровозов в СССР и первым по-настоящему массовым электровозом. Было построено почти 1000 их экземпляров. Благодаря передовой на момент создания конструкции, скорость этих красивых машин достигала 160, а отдельных модификаций и 180 км в час. Поистине, этот электровоз стал родоначальником новой эпохи пассажирских перевозок на отечественных железных дорогах от Москвы и Ленинграда до Урала и Западной Сибири. Благодаря ему 12 июня 1963 года поезд «Аврора» преодолел расстояние между Москвой и Ленинградом за 5,5 часов, чем положил начало скоростным перевозкам в нашей стране. Эти прекрасные машины эксплуатировались на отечественных железных дорогах более 50 лет, а электровоз ЧС-2-216, который вы видите, продолжает водить ретро-поезда в Екатеринбурге и по сей день. ЧС-2, ласково прозванные машинистами «Чебурашками», с теплотой и благодарностью вспоминают целые поколения локомотивщиков. А его модификация ЧС-2Т работает на Октябрьской железной дороге и сегодня. Электровозом управляет машинист Сергей Анатольевич Ильюченко. В 1979 году эстафету скоростных перевозок между двумя столицами принял новый чехословацкий электровоз ЧС-6, разработанный специально по заказу МПС СССР. Вот он, появляется перед нами. Наряду со своим старшим братом, электровозом ЧС-200, он был и остается самым мощным пассажирским локомотивом в мире.
Его двигатели развивают мощность 11 420 лошадиных сил, что позволяет легко водить поезда длиной до 25 вагонов со скоростями до 160 км в час. Электровоз обладал рядом инновационных для своего времени решений. Например, он мог автоматически поддерживать заданную машинистом скорость движения, что явилось прообразом современных систем автоведения. Просторные кабины с кондиционированием воздуха задали новые стандарты условий труда локомотивных бригад. Надежен и прекрасен был бег ЧС-6 со скоростным поездом «Аврора» между Ленинградом и Москвой. Электровозы ЧС-6 до сих пор в строю. Электровозом управляет машинист Иван Владимирович Смирнов. Дорогие друзья, каждый из представленных сегодня локомотивов по-своему уникален, но все они являются яркими техническими памятниками своего времени. Давайте в завершении нашего парада еще раз поаплодируем этим прекрасным машинам и людям, благодаря любви и труду которых они поддерживаются в рабочем состоянии и радуют нас своим бегом и незабываемым гудком.